Мария Иванова пишет. Петрович, спасибо. Скольким людям вы уже дали здоровье и жизнь. Ну, понимаете, вот, мне понравилось комментарий одного подписчика. Говорит, одно там хвалят. Надо, мол, это, немножечко и приструнить. Я не даю ни здоровья, ни жизнь. Просто я понял по собственной жизни, что здоровье можно, вернее, на здоровье можно работать. Можно успешно работать для того, чтобы оставаться здоровым, чтобы там болячки какие-то там были, уходили. И для этого не надо каких-то таких, знаете, заумных вещей. Там, вот сейчас я смотрю, когда там показывают палаты медицинские. И там стоит куча аппаратуры стоит, там кровать такая-то, что-то такое, монитор, что-то там такое, и пятое, десятое. Но не надо это вообще. Существует, вернее, раньше существовали бабушки-сиделки, которые сидели, смотрели за тобой, это было то, что надо. И они стоили, будем говорить, какой-то минимум. Теперь же из-за того, что вот эта вот аппаратура, она сделана на это, надо ее окупить. И поэтому медицинская, вот смотрите, услуга становится нам недоступна. Именно из-за удорожания вот этих всех этих приборов, которые, ну, не нужны они вообще, понимаете, ну, в таком количестве, и вот это все думают, что там приборы сделают, а сами там где-то сидят на пульте, я не знаю, там чаи гоняют или еще что-то, и вдобавок еще они все это дело пропускают. Ну, таких случаев полным-полно. И молодец Домрачев Николай Иванович, что сказал, вот для меня, как бы сказать, разъяснилось такое понятие. Существует медицинская помощь, она делается бесплатно, вам помогают. И существует медицинская услуга, за которую требуют денежки. Естественно, перевод всей этой медицины нашей на медицинские услуги привел к тому, что мы ими не можем воспользоваться. Они слишком дорогие, потому что каждый там хочет. Врач хочет себе, страховщик себе. Медицина пошла страховать, то есть получилась прослойка. Что нас там страхуют, надо там что-то там платить и так далее. И все. И по телевизору видишь, там какие-то неподъемные суммы. Помогите. Можно обойтись без всего вот этого. И люди, которые занимаются с помощью простейших вещей, даже без соды, без керосина и так далее, обретают здоровье. Изменив образ жизни, изменив, потому что образ жизни ведет либо к здоровью, либо к болезни. Наш образ жизни, все, больше ничего. Образ жизни – это наше мышление, это наш распорядок дня, когда мы встаем, когда мы ложимся. Это наше движение, насколько мы совершаем эти движения. Вот, это наше эмоциональное состояние, как мы тут мыслим. И, наконец-таки, это питание. Как мы строим свое тело. Вот они пять направляющих из меня, которые можно жить здорово и хорошо. Поэтому не я даю вам здоровье, а вы сами. Если хотите, если понимаете, если вот в чем проблема. Все, ну не все, а многие из нас хотят вот отделаться малой кровью, что-то там соду, перекись там, допустим, керосин там, тмин или еще что-то там такое. И все, не это. Лишь бы что-то там в рот колтнуть или какую-нибудь там таблетку. И все, и будет отлично. Нет, надо еще кое-что сделать. И для этого надо изучить. А то вот дыхание по бутейка, дыхание, а вот это вот знаете, а дыхание вот это. Ну и что вам даст дыхание, вы все это там думаете. Как только сложится какая-то ситуация вокруг вас, и вы как только неправильно ее восприняете и начнете эмоционировать, то есть волноваться,
И вот это вот дыхание и голодание и все, сразу и перекись водорода, все пойдет это, на смарку, и еще более усугубит ваше состояние. И я не просто говорю, потому что я знаю жизнь вот этих вот всех людей, которые создали дыхание Бутейко, которые, допустим, про соду говорил, которые, допустим, про голодание говорил. И как только случились с ними какие-то ситуации, они с ними не справились. Из-за того, что они были не готовы к ним. Так это. Поэтому я вам не даю ни здоровья, ни жизнь, но вы можете это все создать внутри себя. На это нам и жизнь дается. Если, конечно, есть желание. А если нету желания, да. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.